В Ташкентской области создается центр инновационных вакцин. Здесь будут производиться порядка 10 видов различных вакцин против вирусов гепатита А, Б, папилломы, кори и других наиболее востребованных сферы здравоохранения. Продукция будет поставляться как на местный, так и рынок стран СНГ. По информации, представленной специалистами, реализация проекта запланирована в три этапа с 2023 по 2028 годы. При выходе на проектную мощность в центре, где будут работать около 2000 человек, в год можно производить 200 миллионов доз вакцин стоимостью 200 миллионов долларов. В единственном в Центральной Азии центре инновационных вакцин производство будет осуществляться на основе полного замкнутого биотехнологического цикла. Коронавирус. Коронавирусная пандемия четко отразила важность применения вакцин. Самое главное, что над разработкой вакцины начали работать множество стран мира. Совместно с Китаем мы работали над созданием китайской узбекской вакцины. Сейчас же мы открываем современный инновационный центр, в котором будет производить вакцины. Здесь будет проходить полный цикл работ от субстанции до готового лекарства. В центре высоких технологий будут производиться порядка 10 видов различных вакцин, наиболее востребованных сферой здравоохранения. Среди них прививки от гепатитов А и Б, полиломы, кори и другие. Несколько слов о компании, с которой налажено самое тесное сотрудничество. Луи Investment Group уже 27 лет функционирует в фармацевтической промышленности. Помимо вакцин налажено производство антител, биологических аналогов. Кстати, на полях саммита ШОС на высшем уровне между китайской корпорацией и Министерством инновационного развития Узбекистана Подписан меморандум, так что впереди еще немало совместных проектов, планов и перспективных решений.